Сегодня в Сормове пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Причем до этого он протаранил пассажирский автобус, даже не заметил этого. Поехал дальше, сшиб на пешеходном переходе женщину и снова не заметил. И протащил ее еще метров 100. Он ее от остановки тащил вот сюда. Он в пьяном виде. Его остановили, он вышел. Что, меня остановили, говорит, вот, потом сел заново тут, потом меня пытались уже вытащить оттуда. Переходила, видно, она шла с рынка, на рынку ехала с утра, вот мы ждали ее. Он даже не знал, что он ее сшиб. Вот ну, если бы его здесь не взяли в эти самые вот, клещи, он бы ее куда увез, неизвестно. А кто его взял? Ну, вот эти ну, вот, водители, кто вчера сюда ехали встречкой, они его просто клещи взяли. Взяли да. Он даже не понимал, что он кого-то сшил. А он никакой, потому что его вынули, он то ли пьяный, то ли наколотый, не знаю. Вот что это за... Извините меня, пожалуйста. Я ехал в автобусе, у нас тоже влетела машина и куда-то скрылась. В бок, ну, автобус остался. А мы все вышли. Кстати, пьяный водитель, которого заблокировали другие участники движения, был передан сотрудникам ГИБДД для разбирательства.